Ну что, всем привет! Вы на канале Ириночка Сергеевна. Сегодня смотрите, у нас какая вкусная, замечательная картошка. Вкусная и полезная. Ох, девки. Вы спросите, где майонезик? Вот он, вот он. Хватит, как думаете? Сейчас все помешанькаем. Тут это, почитала комментарии утрешние. Я обалдела. Пишет Димасик. А с какой меры мы с тобой на ты? Ну, хочешь на вы. Только не забудь писать мне на вы. Понял? Ох, картошка. Вкусная и полезная. Ем и худею. Ну, как вы хотели. Тут пишет одна мадам. Ох, Люська, это тебе только платье розовое нравится. А нам он не нравится. Ну, это уже ваша проблема. Какого хера вы на Люську наезжаете, а? Аликрафрены. Да. Такие вы люди все-таки злые. А потом хотите, чтобы к вам с уважением относились. Нет. Уже капковочка икра. Ох, девки, такая вкусная. Просто обалдеть. Вот так картошечку помешали, чтобы было все вкусненько и полезненько, да? Так же мой друг пишет. Что, давайте почитаем комментарии. Лариса Асадова. Дайте ей другую тему, то про паспорт ей самой надоело. Конечно, надоело. Если вы глупости пишете. Мне, кстати, там в комментарии написали. Женщина, девушка. Что? В другой стране? Ну, сами поймете, в какой, да? Там, да, там фотографию отрывают. А у нас в России меняют паспорт полностью. Понимаете? Ирина Гурова пишет. Ирина, неужели ты сама себе не нравишься? Почему нравлюсь? А что во мне такого не то, что во мне я не должна себе нравиться, а? Девочки. Вы о чем? Понимаете? Я не знаю, что вам не нравится во мне. Или тетеньки, я не знаю, как вас даже назвать. Да. Ой, хлебушек. Вот хлебушек — это полезная вещь, Димасик, запомним. Ну, а букварь твой, знаешь? Не знаю. Букварь оставь себе, он тебе еще пригодится.
Сколько там тебе, плюс 50? Наталья Воронина, спасибо большое. Здоровья вам, Ирина. Всего самого доброго. Вот видите, одно хорошее комментарий. Ставим плюсик. Да? У Натальи Ворониной хорошая карма. А у вас плохая карма. А ты знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Что, я же не в лесу родилась. Понимаете, да? Не знаю вообще. Знаете, как вы относитесь к людям, так и люди к вам. А то, что я ем, и покажу вам это. Я думаю, ничего стыдного нет. Так ли? Ой. Алена Кокосова. Ага, угу. Ну, Алена, это же твои слова. Так. Татьяна Евдокимова час назад написала. Хотите, грамматайка, учи русский язык, я вас знаю. Маруся. Ира, ты даже смысл жизни, смысл моего коммента не поняла. Почему? Почему, Маруся, я поняла? Просто я его по-другому озвучила. Так что, адьос, как говорится. Угу. Ресницы похудели, это точно. У вас, да, наверное. У меня нет. Я вот сейчас похудела. Смотрите, какая красивая стала. А смотрите, какая у меня красивая ножка. Ну, как вы хотели? Что думали? А я не худею. А вы смотритесь и злите. И злитесь. И у вас это аж как его выходит. Как его выходит этот? Пена изо рта. Когда у вас злость идет. Понимаете? Ох. Да, первенький-то, там, не знаю, какой сотый Димасик посмотрел. Оказывается, у меня их два, представляете? Иринка Сергеевна. Шоки. А картошечка, короче, была сварена в мундире. Ну, знаете, да? Как на Руси варили картоху в мундире. Потом чистили, а потом жарили. О, это вкусно, обалденно и все. Киринке в рот полезла.
Ешьте и худейте вместе со мной. Димасик, Димасик. Где? Екатерина Тулпегина. Тулпегина. Где ты, Екатерина? Ира, спасибо, что прочитала мой комментарий. Не читайте вы плохие. Кто пишет, пены сходят. А вы молодец. Заметно, что вы похудели. Спасибо, Екатерина. Спасибо. А тут аж Екатерине 6 человек написала. Я не заметила. Похудела, честно, если 11-15 килограмм или раскинет, тогда заметно будет. О, вот так вот. Ну, спасибо. Всем-всем все равно пена исходит, ваша Ирка. Да нет, дорогие мои. Пена исходите, это вы. Вот так вот. Вот так вот. Ну, люди, вы там такую притятину пишете, на человека огрызаетесь. Ну, это невоспитанность. Такая же невоспитанность, как шняга-шняжная жизнь общажная. Ну, я думаю, вы поняли, кто это. Вот так вот. Ради просмотров она готова колбасу с помойки жрать. Вот так вот, да-да-да. Так что, знаете, девочки, вы думаете, вот вы мне тут пишете гадости, да? Пенкой-то вы захлебываетесь, а никак не я. Конечно, спасибо, что вы пишете. Вы продвигаете мой контент. Я вам... Вот так вот. Вы лучше пошли бы, написали «Снеги снежной, жизнь общажной». Ну да, она банит. Плохой напишите, она банит, да-да. Ой, сегодня, кстати, такой хлебушек. Понюхайте, такой вкусный, мягкий. Обалденный конжелевки хлебушек. Ну, знаете, я как ела, так я и буду есть. А то, что вам не нравится, ну, спи, моя красавица, знаете. Есть такая поговорка. И то, что вы там пишете, ой, у тебя мужика нет. Ты его выдумала. Нет, у вас, похоже, реально нет. Потому что вы сидите и строчите комментарии. Ну, как, я вам скажу, как вы там усирались, там некоторые особи. Покажи нам чек. Да ты его купила что-то за 11, за 18 тысяч. Нет. Ну, какая разница, а? И сколько я его купила? Во-первых,
Я не с вашего кармана взяла денег. Понятно? Это мне милый денег дал. Так что, как говорится, варежку приткнули. Сидим, молча смотрим Ирину Сергеевну, понятно? Он меня называет милой. Любимой. Вот так вот. А вы старенькие. А, ну да, вы же есть молодые, я забыла. Как вас там назвать-то, а? Лусия написала. Беременность и все же купить тест. Ладно, Лусия. Ну, там Люсьен написали 4 комментария. Люсьен, а у вас чувство юмора есть? Слушайте, как вас там назвать там? Тетеньки, бабушки, молодухи. Если вы слушали бы внимательно, да? Тогда бы и тесты бы не понадобилось писать. Вот. Так что зайдите на то видео, послушайте внимательно, что я вам там говорю. Хорошо? А вот, между прочим, Люсьен. Ой, Люсьен, тебе привет. Знаете, как хорошо поет? Да, еще хотела Зухру поздравить. Зухра, поздравляю я тебя с заключением брака, любви вам счастья, благополучия. Ну и чтобы мир в доме был всегда. Это тебе. Вот так вот, девочки. Вот видите? Вот видите, да? Вот вы такие злые, у вас там ни мужика, ни хера нет. Ой, ну я и поел. Ой, милый. Ой. Вы заметили, откуда я ее достала? Она потаяла в моем кармашке. Такая мягкая стала, нежная. Ну. Вообще. Лена. Лена, Юля. Юля. Оля Видова, тебе привет. Леночка, качество видео стало лучше, но изображение зеркалит уже третьим видео. Так будто теперь, да и здоровье тебе дорогая. А как понять зеркалит? А? Что это значит? А? Оля Витова. Обратилась бомбу.
Ирина Сергеева. Тебе еще раз огромный привет, Ирина Сергеевна. Не обращайте внимания на этих клюшек. У них просто жизнь такая. Жизнь просто, ну, поняли, да, за что держись. Вот они пишут, у них... Ничего нету, ни семьях, ни детей, ничего. Вот. Вот они пишут радости. Валентина Макарова. Иришка, привет, ты классная, Валентина. Привет, спасибо. Ой, столько, говорит, жрать. Людмила Уварова пишет. Конечно, как мне затошнить? Ну, Людмила, во-первых, это вы жрете. А я кушаю. Ну, вот так вот. Ну, все, девки, короче, поела. Вам приятного просмотра. Сильно не ругайтесь. И не. Ну, и всем пока.